Всем добрый день! Сегодня будем готовить очень полезный вкусный йогурт. Ведущий технолог итальянского завода скомпонировала йогурт, ускоряющий обмен веществ и способствующий выведению шлаков из организма. В честь ее так и назвали этот йогурт – Франческо. Вот такую заквасочку я покупаю. И этот йогурт полезен не только взрослым, но и деткам. Пускай вас не пугает название йогурта Франческо, по такой технологии готовится любой абсолютно йогурт. Первое, что нужно сделать, это вскипятить молоко. Но это если вы используете домашнее, магазинное кипятить не нужно. Затем молочко нужно остудить до температуры 36-38 градусов, чтобы молочко было тепленьким. И переливаем в емкость, в которой будете заквашивать. Я делаю это вот такой стеклянной баночкой с крышечкой. Это очень удобно и практично. Наливаем молочко, и поверх молока нужно рассыпать закваску. После того, как закваска рассыпана, нужно дать постоять минутку-полторы, после чего хорошо перемешать молоко. И накрываем крышечкой. Все, что нужно дальше сделать, это укутать махровым полотенечком банку и оставить в теплом месте. Зимой я ставлю просто на батарею, а летом на день на солнечный подоконник. Конечно же, укутать полотенцем, чтобы не попадали прямые солнечные лучи. Оставляем не менее чем на 8 часов. После этого отправляем в холодильник уже густой, практически готовый йогурт, часика на 4. И в итоге у нас получается вот такая белая, слегка тянучая масса. Очень вкусная. И вот эта тянучесть, вот эта молочная ниточка, это явный признак того, что йогурт сделан из качественного натурального молока. Из магазинного молока, если вы сделаете йогурт, этой молочной ниточки не будет. Спасибо вам за просмотр. Спасибо за ваше внимание. Попробуйте приготовить такой йогурт. Это очень полезно и вкусно. До новых встреч!